Информация из Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому округу. Сотрудники полиции Ленинского ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому городскому округу вблизи Зеленого шоссе остановили автомобиль каршеринга под управлением 40-летнего уроженца Псковской области, подозреваемого в сбыте наркотиков. Согласно заключению эксперта, содержимое свертков является наркотическим средством – мефедроном, массой около 700 граммов. Где вы эти свертки взяли? В лесу. Угу. А где лес территориально? Получается, недалеко от Видное. То есть, что там запрещенные вещества, вы не знали? Нет, конечно. Мне было сказано, что там деньги. Нужно было перевести деньги. В отношении задержанного следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.